Я Святослав, управляющий заведениями Чайхана 64 в Саратове. Наше первое семейное кафе на 140 мест было открыто в декабре 2018 года. Второе заведение этого бренда мы открыли осенью 2021 года. Наше заведение уютное, с просторным залом и роскошным интерьером, с мягким светом и спокойной ненавязчивой музыкой, со всеми разнообразными любимыми кухнями – восточной, азиатской, итальянской. Большая детская, моментальная подача блюд, множество музыкальных и игровых мероприятий – все это в совокупности обеспечило заведению высокую популярность горожан. Два года назад мы искали систему взаимодействия с гостями, и когда познакомились с системой UDS, то сразу купили ее. Чайхана 64 – это одно из лучших заведений города. Понимая, что UDS усилит компанию и будет отличным конкурентным преимуществом, я организовал встречу собственника кафе с директором компании Big Integrator Ларисой Пашацкой. Ее команда экспертов специализируется на CRM-маркетинге, именно в заведениях общественного питания. Встреча прошла продуктивно, через 30 минут UDS был приобретен. Кафе получило мощную CRM и поддержку профессионалов, а я получил довольного клиента и прибыль с продажи. В самый разгар локдауна в августе 2020 года мы заключили договор на внедрение UDS в Чайхану 64 и сразу после окончания трехмесячного внедрения взяли кафе на постоянное сопровождение. Продолжаем сотрудничать и в настоящее время, сопровождая уже три заведения этой компании. Основной результат – это активная клиентская база числом более 28 тысяч человек. Ежемесячно база пополняется новыми клиентами от 500 до 1000 человек. Огромная собственная аудитория позволяет обходиться без платной рекламы. Особенно ценной база оказалась после блокировки известных соцсетей. Практически каждый владелец бизнеса, которого мы сопровождаем, пожелал увеличить активность работы с клиентами через наш сервис. А компании с солидной клиентской базой в UDS вообще не ощутили на своем бизнесе запрет соцсетей. Мы увеличиваем клиентскую базу, забирая потенциальных и реальных гостей с любого канала, например, с сайта или с кросс-акции с партнером, и дальше сопровождаем гостя до первого визита, затем до последующих визитов и возвращаем потерянных гостей. У Чайханы 64, как и у других наших клиентов, есть два основных канала, откуда приходит 90% новых клиентов в базу. Это физический поток гостей и платформа UDS. На май 2022 года на платформе UDS 23 миллиона человек платежеспособной аудитории. Только в Саратове уже 28% взрослого населения пользуются UDS. Поэтому совершенно логично, что добрая часть новых гостей приходит от самой платформы. Взаимодействие с гостями через мобильное приложение и грамотную систему лояльности само по себе увеличивает средний чек на 20-30%, а возвращаемость минимум втрое. Но мы не останавливаемся на этом и постоянно проводим стимулирующие акции, направленные на увеличение числа визитов, рекомендаций на рост чека. Эффективность таких акций высока. На потраченные 6 тысяч виртуальных бонусов заведение получает 200-300 тысяч рублей дополнительной выручки. Хорошо работают и рекомендации. Только через UDS 444 клиента пришли в заведение по совету друзей и принесли за полтора года больше миллиона рублей выручки. Гости любят заказывать блюда на доставку через приложение, а это в среднем 80 заказов в месяц без комиссии агрегатора. Естественно, для такого результата одного UDS недостаточно. Сервис, кухня, активности – все должно быть на отлично. И тогда гость, получив через UDS напоминание о заведении и бонусы, с готовностью откликнется своим визитом. Я доволен платформой UDS и работой экспертов Big Integrator. Именно поэтому в третьем заведении, которое открылось совсем недавно под другим брендом, мы сразу внедрили UDS и поручили работу с этим инструментом команде Ларисы. Я знаю, откуда гости узнают о нас, сколько из них приходят, как часто возвращаются, какие пожелания высказывают, оценивают заведение. Мы получили 2150 оценок, а средняя оценка – это 4,9. Постоянная работа с гостями через UDS дает результат, позволяющий нам расти без вложений в платную рекламу. Я рекомендую UDS как заведением общественного питания, так и другим различным бизнесам.